А, гранаты? А нафига нам гранаты? Сейчас пригодятся. Я тоже думаю, что сейчас они нам где-то пригодятся. А, тут вентиляция, да, есть? И лестница. Ну почему-то я так подумал. О, подождите-ка, агент Васильевич. Тут три бочки. А, я отхожу. Отошли. Отлично, вы отошли, агент Васильевич. Надо было как-то поаккуратнее это делать. Было так и похоже, что что-то сейчас произойдет. Доброе утро, агент Лёха. Доброе утро, агент Васильевич. А мы, собственно, где и что? У нас появилось новое важное задание. Мы должны доставить в наш штаб вот это. А что это? ГЭК. А, я стесняюсь спросить, а что такое ГЭК? Это группа эдемских конструкционных компонентов. Нам срочно... А нафига нам группа эдемских конструкционных компонентов? Чтобы создать рай на Земле. Лёха, агент Лёха. А, ну да, действительно, человек в опасности, мы должны это исправить. Подожди, агент Васильевич, а что нам нужно сделать? А это может быть тогда какой-то пэк лежит или нет? Это обычная сумка, Лёха. А, ну ладно, хорошо, так нам, видимо, нужно найти где-то лом. Ты взял мусорку, выкинул, мало ли, может кому-то понадобится эта сумка и так далее. Ну обычно это там и находят. А, возможно, этот ГЭК вот этих скелетов, которые остались здесь. Видимо, они так не нашли выход отсюда. Кстати, ты хочешь жрать здесь какая-то фигня есть? Ты хаваешь непонятные моллюски? Ой, блин, я не хотел, но мне пришлось его убить. Мало ли, что из него могло вырасти. Блин, а вдруг он вырос, пошел в школу и так далее? Было бы и неплохо. Или плохо. Так, и еще... О, смотри, еще шкаф. Так, я взял лом. Ну-ка, я тоже. Странно, я просто подошел к полке, у меня откуда-то взялся лом. Значит, так можно открыть эту штуку. Так, опа, автомат. Блин, извини, я все забрал, и автомат, и это, и револьвер. Уж, ладно. Так, видимо, на кнопочку. Так, и... Дверь. Дверь, думаешь? А, да. Так, подожди, а как же ГЭК? Да я вообще фиг знаю, что это такое, я придумал на ходу. А, понятно. Не тупите, я не... Обалдеть! Василий, сейчас, подожди, сейчас. Отлично. Откуда у вас револьвер? У вас все время с собой был револьвер? Да блин. В подштанниках спрятал. Два выстрела, два трупа. Идеально. Ну ты же знаешь, я идеальный. Да, я знаю. Ну не настолько идеальный, как твои усы. Да. Нам бы вот туда как-то зайти. Наверное, эта штука как-то вырубается. Провод. Подожди, нам точно не нужен ГЭК? Мы же должны создать рай на Земле. Это обычный, пустой чемодан. А, ну ладно, окей. Но мне все-таки кажется, что эта штука как-то вырубается. Ну да. Стой, Васильич. Иди-ка сюда. Опа, там еще один. Так, и граната, граната, Васильич. Подожди, иди сюда. Я, по-моему... Где ты? А, вот. Стой! Ты. Во! А, нет, это так не работает. Вы старый советский способ постучать по телевизору. Да-да-да, мы постоянно так телеки чинили. Ну, блин, подожди, если там лежит автомат, значит как-то можно... Да откуда они берутся-то? Может быть, они их... Хватит по нам стрелять? Подожди, а нафига они по нам стреляют, если у нас даже ГЭКа нету? А, вот, генератор. Он идет туда. Да, действительно, нам нужно отрубить генератор. И мы откроем те воротины. Давай, Василий, жми, я буду смотреть. Все? Нет. О, все, вырубилось, действительно. Я его сломал просто. Тебе нужен автомат или я себе заберу? Себе, у меня достаточно. Так, хорошо. И патрончики. Еще патрончики. О, хорошо. О, хорошо. Блин, не могу себе эту сыворотку вколоть. Так, ладненько. Тут дверь. Тут дверь. А, там дверь была, да? Так, а там больше ничего, да, интересного нету? Ну, давай посмотрим. Я просто люблю ходить и все осматривать вокруг. Ну, такой вот я любознательный.
Можно назвать меня манчкином, я понятия не имею, что это такое, но почему-то это слово у меня в голове всплыло. Манчкин? Манчкин, да. Тогда лучше параллелепипед. Параллелепипед? Возможно. Телефон. Алло, можно заказать пиццу? Не, заказать пиццу нельзя. Василич, ты что, дурак, что ли? Как ты можешь заказать пиццу, не зная, где мы находимся? Ну это уже их проблемы. Ну, в принципе, да, по геолокации пусть вычисляли бы, да? Да, вот именно. Старый стационарный телефон. Так, я боюсь прыгать в эту воду, мне кажется, здесь что-то как-то нужно, может быть, активировать. Василич, я не хочу прыгать, это какая-то моча. Со мной потом пацаны общаться не будут, скажут, ну ты все того. О, подожди, чего? Ты что сделал? Чего? Чего? Я, может быть, что-то не догоняю в этой жизни? Видимо, нам надо быстро идти по плиточкам. Да, скорее всего. Как-то это странно работает, я просто взял все, потерял, все, что у меня было. И мне... Не, главное, взяло, просто убило. Теперь ждать, пока они вернутся назад? Давай сначала туда переберемся, а потом воспользуемся твоими знаниями телепортации прошлой, чтобы вернуть то, что у нас было с собой. Сейчас телепортируюсь. Ой. Василич, как-то твой телепорт однозначно не удался. Это я тебе явно скажу. Так, а подожди, эта штука по новой-то поедет или нет? Это какое-то издевательство. Стой, это реально, по-моему, какое-то издевательство. Этой штуки даже здесь нету больше. В смысле? Ну, в прямом она по новой не начинает двигаться. Видимо, надо было как-то сразу по ней начинать это. Что-то, может быть, мы немножко где-то прогадали. Сейчас, подожди, я совершу этот прыжок веры. Могу прыжок Лизы совершить. Попробуй. Блин, чуть-чуть не долетел. Но у меня почти получилось. Ладно, я сделаю старый старинный способ. Старый старинный способ? Тьфу! Тьфу! Откуда у тебя в кармане шкафы? Так, подожди, еще один прыжок Лизы. О, я добрался. Так, теперь... Василич, мне кажется ли ты библиотекарь? Почему? Ну не знаю, потому что мы стоим в комнате с мочой, непонятно сколько, у тебя откуда-то шкафы. Я не сомневаюсь, что внутри них могут находиться какие-то книги. Так, здесь комната пока нет. Так, давайте, Василич, я не буду смотреть, как вы там купаетесь, чтобы потом не рассказывать ребятам, где мы побывали. Давайте, все, что было в этой комнате, останется между нами в этой комнате. Теперь да, вам да, нужно да. Вернуться в прошлое и забрать из прошлого все то оружие, которое было у нас до этого. Слышь, какие-то странные звуки, это вы так срете? Смотрите, вы их сейчас отпугаете. Это мини-Василичи. Мини-Василичи? Я даже боюсь представить, что у меня за спиной происходит. Бойтесь, бойтесь. О, бойтесь. Как я боюсь. Вы даже не представляете. Все. Обалдеть, нифига себе. Где вы столько всего нашли? Это так, не я. Револьвера нет, ну и фиг с ним. Без него обойдусь. Подожди. Все, погнали. Вы ведь с прошлого... Подождите, у меня в кармане револьвер был. Вы себе его забрали? Ой, это ваш револьвер, ну не важно. Да, это... Ну ладно, хорошо. Да, постоянно все чинится старым дедовским способом. Стой, а вот это закрыто. Ее, видимо, надо приоткрыть, и здесь стоит вентиляция. Я не знаю, кто строит эти здания, но... Как бы хотелось бы сказать, что архитектор у них такой себе. Жалобу на него подадим. Ну я не знаю, то есть знаешь, это вот как типа мистер Зло там что-то делает, а по итогу получается какой-то бред. Слышишь? Подожди, а какого фига здесь лежит ракетница? То есть кто-то просто заполз сюда и оставил ракетницу? Подожди, пол... Пол падает, Василич. Василич? Я жив, но я офигел. Я не понимаю. Ай! Блин, деревяшка разбилась. Я надеюсь, я доползу. Ай! О! Блин, я чуть не упал. Так, главное сейчас выползти отсюда.
Так, это не ломается так. Вот по-любому это. Ага. Подожди, стой, кто-то просто взял в подвале и оставил ракетницу. Да, это вполне нормально. Всегда ведь люди идут вниз и оставляют ракетницу непонятно где. А можно я пройду? Ага, спасибо. Так, а нафига нам ракетница? Может подорвать вот эту вот фигню? Дверь? Мне кажется, подорвалось что угодно, кроме того, что должно было подорваться. И теперь у нас здесь небольшой пожар. Нам как-то нужно эту штуку открыть. Так, ну эта дверь назад, она нас явно не интересует. Может быть, я что-то там не добрал, либо еще что-то. Ну стой, ну там лежала только ракетница и все. Там никаких кнопок я не видел. В этом подполье. Здесь вообще что-то непонятное происходит, Василич. Вы не думали об этом? А, все, я сломал. А, надо было, наверное, пару раз стрельнуть, да? Да, то есть, подождите, у вас все это время была в кармане ракетница? Не-не-не, я просто с кулака разбежался, ударил. А, вы с кулака разбежались? Ну да, ваш кулак, он, да, блин, ваш кулак это вообще мощное оружие. Да, ну представь, с разбегу замахнуться, ударить, ты посмотри, она просто не перестала существовать. Да вообще не говорите, Василич, как говорится, против лома нет приема, если у вас нет Василича. Правда, не в рифму, но и пофигу. Вентиляцию. А, да, действительно, холодильник. О. Без жратвы, кстати. Как так? Обидно, когда в холодильнике нет жратвы. Да. Так, может быть. Дальше. Стоп, что? Серьезно? А смысл от вентиляции? Погодите. Да-да-да, я тоже думаю о том же, о чем и вы. Топ, а это что? Где? А, вот, во, все верно. Все, я понял. Ищем палочки. Палочки-выручалочки. Кто-то взял просто от лестницы и попрятал все. То есть, по идее, одна из них должна была быть вентиляция, но там я что-то не видел этих палочек. А может быть, нам... Трех будет достаточно, нет, чтобы залезть? Вы пробовали? Не. Да, действительно. Это немножко странновато. В холодильнике тоже нету, хотя кто бы хранил палки в холодильнике? Да. Тут, ну, как бы это было похоже, но это, по-моему, так не работает. Ну, блин. Где тут еще может быть спрятано? Холодильники за холодильником. Ай. Ну, то есть выглядит так, как будто по вентиляции можно, типа, дальше куда-то пролезть. Но здесь нет ничего. Это, мне кажется, вентиляция обманку. Ну, в принципе, это, мне кажется, вентиляция просто выполняет функцию вентиляции. А, нашел еще одну. Отлично. И еще одна осталась. Как вы думаете, они все находятся где-то в этой комнате? Сейчас, погодите, вентиляцию схожу, не заходите. Хорошо. Вы там опять хотите проверить, видимо, мощность своего удара. Я тоже думал об этом. А, Василич. Подождите, у меня тут одна мыслишка есть. Я нашел. Где? Идите сюда, я вам... Вот видите, лежит. А выше была вентиляция, она была за ней. Вот, выше вентиляция. Хитро. Вообще хитро, отлично. Странно, что нам не хватало всего одной лесенки, и мы зачем-то ее искали. Берите, у меня нет автомата. Не знаю, откуда у меня столько патронов в карманах. Ну я просто парень такой, я этот клептоман. Че вижу, то запихиваю в карманы. У вас там микро-Василич в карманах, а у меня вот это вот все. Кто это? Я Василич нашел... крушить? А, во, смотри. Буква Н, буква Е. И куда-то, видимо, нужно это. Положим пока что вот сюда. Буква О.
Подождите, получается слово «нео». Ну вот, вы взяли все испортили. Теперь слово «пену». Open. А, open, да? Вы думаете, это так работает? Я не думаю, я знаю. Ну, логично же предположить. Ну, предположить, да, но только я не уверен, что это... А где буква О? Какая О? Да была О, я сюда... А, вот она. Да, действительно, она даже как-то никак не фиксировалась, что самое странное. А теперь дайте угадай, нам нужно эту штуку воткнуть куда-то. Нифига себе, вы мне сейчас куда ее воткнуть хотели-то, агент Васильевич? Ну что вы, что вы? Так. Да, давайте соединим наши усилия. Нифига себе, она сильная. Блин, не дотягивается. Нифига она улетела. О. Давайте еще раз. Это в смысле? Может быть, это не сюда? Но я не вижу. Подожди, ну это ж типа два выхода, как они должны соединяться? Нет, это... Мне кажется, это куда-то не сюда. А куда? Я себя каким-то идиотом чувствую. Хотя, в принципе, как может чувствовать себя идиотом тот, кто и так идиот? Так. Ну, обычно есть какая-то штука, в которой это все дело вставляется. Подождите, Васильевич, мне кажется, ли это... Ну, похож чем-то на сиреноголову. Не знаю, кто такой, но это монитор головы какой-то. Да, блин, больно сейчас было. Не знал, простите. Давайте еще. Да куда вы меня запихиваете? Да мне кажется, это не так. То есть куда-то может быть. Да куда тебе воткнуть-то, а? О, это... Да. Там, где вы разбивали, не то, здесь нет ничего. Я, может, что-то не до конца догоняю в этой жизни? Я вообще, в принципе, мало до чего догоняю, ну... Так, проверить все опять старым дедовским методом. Нет, старый дедовский метод не работает. Вода. Пить хочешь? А, вода! В натуре! Васильич, да ты гений! Обалдеть! Нифига ты молодец! Ах ты усатый засранец, а? Никогда не думал, что скажу, но ты действительно умный. Хотя это тебе усы помогают, ты читер. Почаще говори мне это. Вода, действительно. Опа! Здравствуйте! Васильич, я в западне! Стоять, боец! Я вас тут всех разнесу! Пожалуйста, обращайтесь всегда! О. Вентиляция! Да, я вижу, что вентиляция, а как же насчет вас? Ну, я думаю, мы агент Васильевич, мне кажется, здесь решетки, они довольно-таки это. Вы сможете туда пролезть, если как-то это сделаете. Нифига себе. Обалдеть, вы действительно пролезли, кто только делает. Так, я тут, я, кстати, такой... нашел грабипушку, я не знаю, что это такое, но я ее нашел. Я такой скользкий тип. Так, а это что? Что это такое? Это... А, это от этого, все, я понял. Мне очень плохо. Так, подождите. Видите, веревка куда-то ведет. Д-
Да что ж вы такие все самоубийцы? Да откуда они вылетают? Сверху, что ли? А, я понял! Что? Тут веревка, я сейчас ими перерублю, да, прикинь? Обалдеть, нифига себе! Так... То есть у них же вот эта фигня, которая крутится, я ей взял веревку, перерубил. Как вы это делаете, непонятно. Ладно, пойдемте дальше, пусть оно тут будет. Че-то... Как-то это выглядит подозрительно. Я боюсь. Агент Васильевич, вы как бы, как говорится, старый, молодым дорогу. Ну. А, ну ништяк, конечно. Да? Погоди, а восстановить тут нельзя, да? Мне просто вот эта фигня смущала, я думал, может быть, как-то это. Стоп, а что? А, во-во-во! Кнопка! Во. А! Держи. Подожди! Надо взять кирпич! Либо что-то тяжелое и положить туда. Бочку, например. Как вы перебрались сюда? А, там все уже типа работает? Ну, сейчас да. Ага. Интересненько, интересненько, Васильич. Агенты не только умеют стрелять, умеют и думать. Не зря ну, по физике у меня тройка была. Ну вот именно, у меня пятерка. Ну, так... Я думал, у вас по биологии пятерка, ты ж белорус. Ну и тоже. Либо по, там, не знаю, ботанике. Ну, типа, чтобы картоху выращивать. Ну, понял, да? Вот это тонкий картоха, юморочек. Картоха, мы всю жизнь, не трогай картоху. Чё-чё-чё? Надо найти ключ. Так, я думаю, проще делать вот так. Так, какая-то комната с вентиляцией. Ключ! Отлично. Какой дурак просто взял, спрятал ключ вентиляции. Чё здесь вообще за люди работают? Чё это? Уборщица подметала, что ли, выронила там или чё? Да блин, где мой револьвер? Так, а здесь что-то интересное. Да. Вопрос только, в какой последовательности это все нужно выложить. Здесь должна быть какая-то подсказка. Опа. Да, вот здесь второй, и надо в той же последовательности выложить. Так, смотри. Надо смотреть. Вот стой, смотри. Да иди туда к этим. А, зайди вот с этой... Да-да-да-да-да, все верно. Так, правый и левый красные. Правый и левый. Красный, да, по центру белые. Сейчас вот так. Ну, как-то вот так. Белый вот сюда. Ага. Это вот сюда. Так, теперь следующие три белых. Угу. Так, и дальше. Короче, слева от тебя это две. По центру и слева красная, а справа белая. Понял. И? Чё, их прям, стой, их чё, прям вставить надо? Может быть. Да блин. Во. Одна вон вставилась. Слева, да, вот. Все верно. Агент Васильевич, когда мы поехали на это задание, я не думал, что мы такой фигней будем заниматься. Не так, по чесноку. А кто думал? Никто не думал. Мы когда-то вообще думали? Ну да, люди предпочитают иногда думать. Такое странное слово. Думать. Да. Вот. О, отлично. Собрали пазл.
Отлично, Василич! Вот это я понимаю! Загадки. Вот это загадки, да. Так, опа! Давайте, Василич, я вам руку могу подать, если что. Чик, отлично. Интересно, кто так их проектировал? Вы знаете? Я не знаю. Мне бы хотелось, чтобы все-таки у меня револьвер оказался. Так. Блин, как-то стремновато. Ух, я чуть не упал. Может, разбить эту лестницу? Разбейте. Она не разбивается. Опа. Блин, я прям лез по этой трубе, я думал, она сейчас сломается. А там, кстати, можно было просто вот так сделать. Хитро. Вообще хитро. Ну, Василич, нам как бы вот сюда. Страшно, страшно, Василич. А, она упала, да? Что упало, то пропало, как говорится. Пропащий Василич. Василич, Василич. Ну что я опять, а? Не знаю, что-то пошло не так, видимо. Ну, как всегда. А, ну здесь, наверное, нужно сделать вот так. Чик. Опа-на. А, да. Что да? Да там это был с другой стороны этот. Типа, как сказать-то? Ну, фигня, на которой закрывается. Большие двери. Ну, типа палка торчала и закрыта. Я гравитиганом вытащил. Причем самая фишка, можно было саму дверь вытащить гравитиганом. Понял. А тогда какой смысл? Подождите, я вас только что видел. Подождите, Василич, мне показалось, или вы летали? Василич? Я вот. Где вы вот? Ну. Я не хочу смотреть на это. Лучше не смотри. Блин, как вы это делаете постоянно, не совсем... Я агент, не забывайте это. Подожди, здесь мины. Нужно проходить максимально аккуратно. Так. А, во! Вот так. Сюда. А дальше-то куда? Что-то дичь какая-то. Да. Подождите-ка, реально какая-то дичь? Так, а может быть что-то где-то... Перепрыгнуть тоже никак. Вы если решите зайти на мину, только делайте это не возле меня. А, да? Так. Как вы здесь взяли, прошли-то, а? Нифига себе, вы боком валивать. Да, я знаю. Так, так, так. Теперь вот так. Теперь сюда. Теперь туда. Теперь... Наверное... Сюда... Теперь сюда. Угу. Во! Мы добрались до двери, агент Васильевич. Даже ни одна мина не была взорвана. Хотя должна была. Да везде это патроны от револьвера, у меня нет револьвера. А, гранаты? А нафига нам гранаты? Сейчас пригодятся. Я тоже думаю, что сейчас они нам где-то пригодятся. А, тут вентиляция, да, есть? И лестница. Ну почему-то я так подумал. О, подождите-ка, агент Васильевич. Тут три бочки. А, я отхожу. Отошли. Отлично, вы отошли, агент Васильевич. Надо было как-то поаккуратнее это делать. Было так и похоже, что что-то сейчас произойдет. Что-то такое, так сказать. Я вас и что тут ожидаю?
буду тут стоять и вас ожидать. Вы, главное, не чахните. Будьте здоровы. Так, и чё? А, можно? Вот, наверное, это вот так. Опа. Ой-ой-ой-ой, я с вами. Куда вы улетаете? Агент Васильевич, мы все-таки попали в рай. Значит, это все-таки был гэг. Хотя, я фиг знает, что это было. Мне пора, думаю, пора звать его. Не знаю кого. А, отлично. Умрите. Умереть? Да. Мне перед глазами что-то вылезло, не знаю что. Знаете, как будто я в игре в какой-то компьютерной. И я появился такой... здесь же. Возле вентилятора. Подождите, из-за вас все, теперь меня туда больше не пустят. В смысле? Ну я там же появился, возле вентилятора. Я ж в раю был. Привет. Так, ладно, тогда можно немножко пообщаться, позвать его. Давай позовем его. Кирпич! 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 Итак, привет, уважаемые друзья подписчики, с вами, как всегда, был я Лёха Сметник, Максимус Чанл. Кстати, давненько я не видел таких задачек на логику. Давненько да, мы не проходили такие моды. Ребята, если вам нравится шоу Хриплых, не забудьте поставить лайк этому ролику, подписаться на мой канал, подписаться на канал Максимус Чанл, если кто не понял, это Василич, ссылочку вы найдете в описании, ссылочку вы найдете в закрепленном комментарии. У него выходит куча классных теорий по разным играм, особенно если вам нравится что-то типа FNAF, Dark Deception, там хоррор, периодически даже по соседу что-то там у него бывает и так далее. Угу. А вы не забывайте подписываться на канал Лёхи. Да, если вы подписались, то знаете, вы лучший подписчик, вы наш лучший подписчик, спасибо, что нас смотрите, ребят. Я, кстати, очень рад, что вот на ролика шоу Хриплых довольно-таки много актива, я не знаю, почему YouTube не продвигает, но я вижу, что количество лайков, как правило, больше, чем, например, шоу «Привет, сосед», комментариев больше пишется и так далее. То есть я понимаю, что вы это ждете, вы пытаетесь как-то это способствовать, вам поставить лайк это вообще не сложно, а нам это действительно очень сильно помогает. Я надеюсь, YouTube все-таки перейдет с этого места, скажем так, что начнет все-таки наконец-то ранжировать. Так, ребят, все, на этом все. Я думаю, вы все поняли. С вами было шоу Хриплых. Подожди, и с вами было шоу Хриплых. Все, я полетел. Полетел туда вместе с группой этемских компонентов. Ты совсем уже, да? Да. Увидимся. Увидимся. Да, всем пока!